В Молокове отметили день поселения. Торжественные мероприятия начались еще днем. В деревне Мисайлово открыли сквер имени Евгения Зубова, выдающегося поэта, который является гордостью не только Ленинского района, но и всего Подмосковья. За многочисленные стихи о природе его часто называют Есениным видновской земли. Память бережно сохраняется, несмотря на то, что всего 20 лет прошло с того времени, как он ушел, но тем не менее он уже стал такой неотъемлемой частью культурной составляющей нашего района. И вы знаете, что и премии есть имени Зубова, и чтения зубовские проводятся. И вот сейчас мы начали строительство, вот уже практически к завершению подошло устройство сквера имени Евгения Зубова. На открытии сквера у собравшихся появилась идея следующим летом здесь же, в Мисайлово, провести фестиваль, на котором поклонники таланта поэта смогли бы читать строки и исполнять песни на стихи Евгения Зубова. В рамках мероприятия состоялось награждение тех, кто принимал непосредственное участие в создании сквера, и тех, кто изо дня в день делает огромную работу, чтобы память о поэте не иссякла. Мне наворачиваются слезы, потому что я видела самого поэта. Мы читали его стихи в газете «Ленинец». У нас была такая районная газета. В школе учили. И человек, он был, по сути, несчастный, потому что он был инвалидом, прикован к кровати. Поэтому так дороги его стихи, трогательные о природе, о росинках, которые он сам был лишен даже разглядеть. Новому скверу еще предстоит преобразиться. Здесь появится красивая зеленая аллея и будет установлен бюст поэта.